Так, играем, короче, с соперником. А чё, мы не едем? Алло. Давай. Так, а у нас здесь нет ускорителя, да? Я так понял. Так, но есть зато ускоритель такой вот, типа турбо. Ох ты. Ай-яй-яй-яй, застряли мы. Всё? Это реально всё, ребята? И чё? Где мы там что-то взорвались? А, всё, едем, нормально. Так, ох, аккуратно. А как же здесь? Что же делать здесь нам? Типа, мы должны перепрыгнуть? А я не могу перепрыгнуть, что, серьезно, что ли? Офигеть. Да, турбо мы использовали. Ах, зря, конечно, зря. Не хватает мощности у машинки перепрыгнуть. Да как? А кто такую карту вообще придумал? Серьезно, что ли? Я нифига не смогу здесь выиграть. Угу. Так, ладно, сделаем по-другому. Раз, два, три. Поехали. Так, а он там что, застрял, что ли? Давай, еще немножко. Нифига, у меня даже лебедки нету. Кто это? Вообще, серьезно, нет? Вообще нормально? Так, а давай этот. А, это просто мы ворачиваемся на исходную позицию. Давай, машинка. Нет, смысла я не вижу никакого играть дальше, потому что мы здесь ничего не проедем. Да, нифига. Вот я могу даже так застрять. Нет, не могу. Да ладно, выключаем. Так, что у нас тут? 5 пустыней мы бегаем. Ох ты, ежики какие-то появились, слушай. Ну да, логично, в пустыне ежики. О, грибочек, давай, спасибо. Так, на этих ежиков прыгать нельзя, я так понял. Как-то да, нельзя прыгать, видишь? А яблочко почему-то на этой стороне нам дали. Пойди, надо было на той стороне и давать яблочки. Ну хорошо, что они вот быстро умирают. Опа, нет. Ага, мимо. Здесь убили. На, тебя тоже. Бегаешь здесь. Так, а здесь эта вонючка ползает, да? Все хорошо. Так, а я маленький или большой, мне интересно? Наверное, маленький. А, нет, большой был. Вот теперь точно маленький. Так, ага, все вижу. На. Так, у вас я вот перекидываю. Так, а здесь что-нибудь есть, грибочек какой-нибудь, а? Ну почему не положить грибочек сюда, а? Алло, ребята. Разработчики. О. Ключик. А-а-а. Открывается такая штука, и мы здесь будем плавать сейчас. Хорошо, что здесь нету никаких злых монстриков, которые нам могут что-нибудь помешать. Ах, давайте это быстренько возьмем. Так, хорошо, что у нас дядечка этот. У него воздуха много. В легких. Долго может плавать. Сколько вас, ребята, этих самых червячков, жуков. Прыгаем, все, прошли уровень, наконец-таки. Плохо, что яблоки не переносятся в другой уровень. Так, продолжаем играть в Brawl Stars. И мы сейчас, ребятушки, будем играть с кем-нибудь. Сейчас посмотрим с кем. Так, с Павлом. Павел зовут его. Орел. Угу. Хорошо. Ой, да. Чё ты так долго? Давай. Помогай мне открыть эти сундуки. А куда он убежал? Павел. Слушай. А вон еще сундук. Смотри, внизу. Так, на этот сундук уже пошли. Уже пошли дурачки всякие. Ах, меня убили. Меня просто так убили. Павел, ты где гуляешь? Алло.
Вот ты куда там пошел, дурачок? Сейчас тебя убьют. Ну, стреляй, че ты не стреляешь? О, нет. Мне просто попался вообще неадекват какой-то. Блин. Ладно, сейчас мы переиграем снова. Только без Павла. Не хочу уже с Павлом. А, с Павлом опять. А ты зачем нажал играть вместе? Ну ладно, давай, Павел, вместе. Только ты не уходи далеко. Будь рядышком со мной. Вот, нужно вот верхние брать, а не туда эти. Во. Давай, ты мне будешь помогать, пошли. Ну, теперь можно вниз пойти, когда все уже туда набежали, наверное, на низ. Вся бригада. Давай, ты вот этот разбивай, а я вот этот буду разбивать. Во. Так, здесь вкусняшка будет. Давай я возьму вкусняшку. Во, все. Пошли, тебе надо кого-нибудь замочить срочно. Срочно кого-нибудь замочить надо. Никого здесь нету, да? Ах, кончились у меня все. Блин, уходим отсюда, уходим. Ты куда пошел? Вот зачем? Зачем он туда пошел? Скажи. Нет, 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 на тебе. Убил ее, нет? Нифига не убил. Так, ждем. Павел, Павел, ну стой, ты куда ты нанесешься-то, а? Сейчас тебя захлопнут же. Да. Опять меня подвел Павел. Есть немножко у меня денег. Давайте прокачаем, что только можем. Сцепление прокачаем, мотор прокачаем. Внешний вид машинки прокачаем. Зеленую возьмем, почему бы нет, колеса. Колеса мы взять нигде не можем. А, детали. Давай детали установим. Что мы можем установить для машинки более-менее? Ой, господи, боже мой. Ну, давай вот эту поставим. Ну, все, едем. Чуть-чуть прокачали колеса. Чуть-чуть прокачали двигатель. Ну, хотя бы немножко. Что-то. Потому что здесь далеко мы не уедем. Вообще на оригинальной машине. Без какой-либо прокачки. Да, колбасить ее нехило. Машинку. Так, ладно, знаешь, как надо нам поступить? Просто прокачивать какую-то, взять машинку и ее прокачивать. Безмерно, бездумно, не знаю. Любую. О, смотри, видишь? Ей не хватает мощности двигателя, вообще никак. Да, и гаджет нам не помог. Давай там попробуем на Монстр Траке проехаться. Посмотрим, как Монстр Трак себя ведет. Ну, Монстр Трак, мы немножко все равно прокачаны у нас более-менее. На нем, конечно, увереннее мы едем, чем на американской мечте, на вездеходе этом. На вездеходе вообще не вариант. Вот, смотри, как несется. Чувствуется мощь. Мощь машинки. Какая она мощная. Так, стоп. Так, давайте еще заедем. Опа! Нет, но все равно, смотри. А, подъем какой-то, ну не особо мощный. Но заехать очень тяжело заезжает. Вот тебе и Монстр Трак. Огромные колеса. Ладно. 500 метров там мы проедем еще. Хотя я ее прокачивал. Мы можем даже свой рекорд побьем. Что, конечно, весьма сомнительно, но попробовать стоит, я думаю. Оп, аккуратно. Так, 300 метров осталось до рекорда. Нет, смотри. Тяжело очень заезжать. Так, еще чуть-чуть. Вот, хорошо. Берем монетки. Едем, едем аккуратно.
Так, здесь тоже мы заезжаем. Так, 130 метров осталось. Где я там не мог проехать? Интересно. Опля. Наверное, здесь я не мог проехать. Да. Вот здесь мы не могли проехать. О, новый рекорд. Да неужели? Давай, еще немножко. Нет. Все, даже пытаться не буду. Не получилось.